Синфин начинает продажу токенов перед ICO. Как сообщает News BTC, это произошло совместно с выпуском нового финансового рынка инвесторов от Xinfin. Компания работает над созданием блокчейн-платформы, цель которой – обеспечить интеграцию с корпоративными стандартами реального мира. Система, обеспеченная токенами XDC, использует все преимущества криптовалютных систем посредством интеграции смарт-контрактов между инвесторами, продавцами и пользователями платформы.